И всю вторую часть на темном. Нам, у нас это заняло, сейчас скажу, сколько? 24 часа, ребят, со всеми диалогами, квестами, вот. На YouTube уже есть, ну, я думаю, сегодня загрузятся все записи, и мы начинаем третью часть. Я не знаю, сколько у нас времени займет, я понятия не имею, но, в общем, мы посмотрим. Естественно, буду проходить на максимальной сложности, ну, чтобы погореть немножко. Собрались передо мной. Боитесь, дрожите. Детей к груди прижимайте. По нашим землям прошел император Эмгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите, почему боги оставили нас. Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да. С годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы. Есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. А, не получается, пацаны. Наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев? И объединиться вокруг тепла вечного огня. Ночь, час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь, час безумия, час презрения. Так, погромче игру сейчас. Я думаю, так нормально будет. Все, начинаем заново. Новая игра. Новое начало. На смерть для настоящих банкиров. Обучение. Ладно, включим. Да, перейти сохранение из Ведьмака 2. Какое у меня тут сохранение? Ну, надо же последнее самое, да? февраля. Ну, вот это вот.
на YouTube. Вообще, ребят, под ссылкой, под стримом есть ссылки. Татуировка. Ой-ой-ой. Слушай, это совсем не смешно. Хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну я пошел. Ага, пока. Ребят, я во время роликов, диалогов не хочу говорить. Я понимаю, что там пишете, но на YouTube все-таки идет. Опять пердак! Так, погромче сейчас сделаю. Добро пожаловать. Спасибо. Так, давайте посмотрим. Ой, у меня что-то мышка быстрая. Надо мышку тоже... Подожди. Настройки. Нет, звук. Звук чуть погромче. Вот так вот. Так, управление, чувствительность мыши. Так, наверное, да? Да, пойдет. Так, графон смотрим.
Я, по-моему, все на этом стоит. Четкость, высокая, высокая. Все стоит. Общее тоже. Запредельное, ребят. Запредельное! Я думаю, нормально все. Мне обидно, что сделал хост на Дэну, не отреагировал. Нет, это дело каждого. Я по его видео не видел, хрен с ним. Так. Найти ключ от спальни, использовать маячье чутье. У нас нажать это правое, да? Запредельное. Комп, комп потянет. Ред, комп потянет. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Ребят, комп потянет. Мы его покупали. Нормально. Нормально собирает. Господи, креатор, поздравляю. Молодец. Молодец. Сирени крыжовник, конечно же. Волосы Геральт, включить. Хватит. В смысле? Блин, ребята. Вкл. Время отклика, автосохранение, уровень сложности, насмерть. Чего? А, это. Какие волосы? Вы о чем? Что лучше книга, игра, абсолютно все по-разному. Ну, по сюжету, конечно, книги интересные. Там прям две или три книги очень крутые, конечно. Я не знаю, ребят, где эти волосы, без понятия. Мои флаконы. Вот скажите, где это делать, я поставлю, а так и не знаю. Где общие? У нас в настройках видео, настройки видео, общее. Так у меня включено, ребят, у меня же все на максимум. Что такое-то? Ой, Смоки, спасибо большое. Спасибо, Смоки. По-моему, у меня стоит и так, NVIDIA, HireWorks или что, еще что-то надо? Спасибо большое. Так, погнали. Холера. Отлично. Не сюда погнали. Перевал. Не на максимум, еще надо сильнее. Моды ставил? Ну нет, ничего нет, никаких модов. Привет, ребят, кто пришел на третьего Ведьмака, второму уже прошли. Все записи на YouTube хранятся. Старый Ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Да все и так, графон уже некуда, уже все отлично. Я через оптимизатор, ребят, посмотрел, поглянул, все нормально. Давно проходил его, наверное, когда вышел сразу же. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулей и Альгулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять.
Увидимся внизу. Ох, ё-май, ой-ой-ой. В смысле нет? Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Так. Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком с комментариями. Нет, пожалуйста! Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Так. Только если свалишься. Геральт, давай. Геральт. Ё-моё. А, Е, понял. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Че, еще что ли вниз? Да поехали, Геральт, давай сюда. Ты сказал, нам нельзя так делать. Кто сказал? Я сказал, что тебе нельзя так делать. Да блин, да че она не забирается-то? Так, ну на пробел-то я делаю. А дальше-то... А, вот. Это типа надо Все, извини, Цири, ты лес, короче. Извини. Я победил. У тебя ночь длиннее. Нет, не длиннее, ага.